Типа, смотри. Блядь. Типа, нам на пол пожевать мне, конечно. Поебать вообще. Кому на пол, блядь? ВДК, нахуй? Ему вообще насрать. Я ему не напуливал за инсту вообще ни разу. Ну, пойду в самолете, короче. Ты поставь нам портал, блядь, Долоран. А, пацаны, скажите, где этот, блядь, токены менять этих? Ты ебанулся? Ну где все остальные? Мы сейчас у тебя заберем. Правой кнопкой нажми, блядь, хуйню не ну, говори. Ну-ка, отдавай токены, ебать. А кому, нах? Кому отдать? Просто давай. Нихуя себе, так раньше можно было? Ладно, Сань, короче, спасибо тебе за помощь. А чё, вы есть у вас слот? У нас просто малах, у него интернет упал, ебать. А он вернулся уже? Да. А, ну всё, ты просто... Спасибо, Сань. Не, он может за место меня остаться, я не против вообще. Как бы. Да не, иди. Там мне вообще нахуй там ничего не... Ну как бы надо, но, блядь, не особо. Ты иди. Ну не, иди, то есть ВК иди. Ну я бы послал бы заместо себя вот этого человека. Достойная замена. Не знаю, он там учит. Да оставайся, тут либо сейчас как было, так и принесем. Чего, блядь, мудрительно. Ну так вы пати мне киньте. Для меня. Сейчас будешь кинжалы забирать мои, блядь, отсюда? Ну да. Не, кинжал, только мне нужен как раз красный дырк, он пиздатый. Ну, я по его противодеговорю про него. И что? Ну, у тебя 2-3-4, тебе больше ничего не надо, ты так сильно. И кинжал нужен. У тебя все есть для счастья. Тебя это твинк, нахуй, я твинку не отдам. В смысле не отдам, блядь, ты охуел что ли? Твинку не отдам, ебать, чё. А чё, можно кто-нибудь сокет на скорость сделать, плюс 30, который шаман даст этот, сокета? Кстати, сейчас можно, наверное, огранять эти камни, нахуй, покупать их, огранять и продавать подороже, ну. Типа рецепты, вся хуйня там. Возможно. Ну чё, ты... Кто сделал соки, ты шман? Ты чё, бомж, не можешь науки купить не можешь? Я имею в виду про вот этот, который... Сейчас вот это звучит, типа, блядь, так, на... нет, у тебя лицит есть? Да. Да, откуда ты взял его? Спиздил. В смысле, халты на приколе, спиздил. Я уже без санитов по флу. Спиздил, говорит. У меня уже есть сердолик, нахуй, и зефирит, блядь. У меня один зефирит. Да, у меня тоже. А, но я не думаю, что лицит, это мне это гранять у нас. У меня этот, какого... Сердолик, зефирит есть и лицит. А сердо ты не хочешь дать мне случайно? А у меня одна ловкость, я его сделал на ханта себе. Ебать, а у меня тоже, кстати, тоже хант есть. А, заебись. Ты нашипаял, все на тебя. Я и говорю, заебись. А ты что, ты там просто так, да, поутал 4-4 бой за раз, нахуй? Надо брать всех отработать там. Бог велел делиться, да, типа? Да. Не знаю, надо нахуй, надо друида одевать нахуй с вами в Ульдуаре, ходить бомжом своим, чтобы вы не говорили, что я с вами не хожу. Да, ходи бомжом. Вы будете рады? Нет. А что, есть два этих ожерельки, кто-нибудь может продать две ожерельки, я себе сделаю? Сука, тыкайте в шкаф нахуй, ожерельки, блядь. Ой, я вижу одну в ГБ ожерельку. Блядь, что такая дешевая ГБ. Дешевая ГБ, ты охуел? Да. Да, то, что, блядь, по этим, по материалам. Потому что тут всем пуху на него. На, я еще тебе перекину ожерелье в первую ячейку забираю. А, все, давай, сейчас. И мне бы еще кто-нибудь, пацаны, есть у кого-нибудь еще одна ожерелька? Мне еще одной не хватает будет кто-то. Давай. Нихуя, я нашел ожерельку в банке. Заебись. Ты забрал ее? Да, ему. Да, я ее первый нашел. Да, шаману. Да, Даша. Да, Даша. Ну что, закинь, да. Кому нужна проходка в Ульде? Ты что, может кто-нибудь второй закинуть так же? А, блядь, бабок дам там, сколько они, 300 стоят. Ты вообще про что? Ладно, я не понимаю, простите. А, пацаны. Что, блядь, да просто нацепи их нахуй и сумонься, блядь. Да, я про то, что, блядь, разбан, похуй сейчас, короче.
Я же не на шамане, я на паладине. Вот нахуй ты ему сказал сейчас открывать 2Т4? Ты видишь, что он тупит вообще нахуй жестко? Он вообще не всасывает, что происходит. И, блядь, озадачил он на неделю просто, блядь. Все, все, захожу на шамане. Я просто, блядь, жду, кто-то еще на жреку мне даст, ёла. Там все ГБ пересмотрел уже на 3 раза. Ты арену на меня регаешь? Что? На кого? Кем ты на меня регаешь арену? Рога? А че за ник? Какой ник у Роги? А-а-а! Ты с Шипери? А, что? Да мы у вас фармим. Это которая с магом с фростом аренит? С ланцем, да? Нет? С кем он аренит? Ебать. Блять, мы вас, наверное, раз 10 фарманули, нахуй, а вы нас раза 2, блядь. И то там, блядь, не... что-то хуету доказ отворил, блядь. Посчитай. А тебя ебаша нахуй ебана. Лучше регайте, мы вас хотя бы выиграем. Других что-то не получается. Кстати, бопа нету, блядь. Да сделаем проходку, только на настоящий КД, понятно. Я видел и более достойных соперников в Магровом круге. СС сразу ебаните. По Моси и по Квину. Только не один, не два СС на одного. Блять, шаман-то не пахал. Шаман жестко. Попробуй скачать, скачай. Не забывайте снобольда вбить. В лужи не стоит. Три друида должны на чемпионах вообще без урона пройти, ебать. Только не забывай обновлять, у тебя орехи и бонистический хит. Я прочитал, да. Прочитал, нихуя себе тема. Еще будет цепуха, еще будет еще 2-4 забрать. Цепуха в обратку его. Чтобы на ханта 2-4. А чем, мы может на снобольд занесем? Два снобольда в рейде, вы вала ебете или чё, блядь? Алло. Даша. Чё она? Куда она везет? В рейд. Это снобольд ты ей управляет, или чё? Снобольд управляет. Пойдём туда. Смотрите, не проебите меня, сейчас, блядь, бопа нет у нас. Кстати, да, они прям еще. О, шаманов будем с мутом. Че снобольд? Сейчас уже босса добейте потом снобольд. Сразу не врывайся, дать нахули. Шаман-то там сдал. Хорош. 5, 4, 3, 2. Че, Геру сдаем? Сейчас, выйдем. Давай. О, нихуя себя залупит нормально. Так, лужи есть. Размораживаться. Так, прошла, сейчас пройду по вам. Все? Ой, еще немножко. Ебать. Теперь эту чепуху похуй, а ту надо поводить. Thank you.
скоро лужа будет. Пять секунд. Может, не успею. Разбегайтесь, рейндж. Лужа отвожу. И из-под морды. Все, сейчас ко мне подойдите, кто-то с огнем разморозьте к танку. Все, похуй. Шаману инер, дайте. Ебать. Зарядите ему там полную голову, блядь. Так, я сходу сказал, что я, блядь, ну, на удивление, я на первом боссе не заорал еще. Скоро лужа отошли. Тебе стоки тогда искать и в ЛФГ, там, я видел, спамят многие с фулпропой почти что. Надо подключать в гильдию. Да в гильдии нет никого, я думаю. Да, не, кто-то, я помню, мне линковал там, что у него прям фуловая профа. Из гильдии? А, Warstyle? Да. Блядь, Warstyle сейчас время редковато играет. А хули мне сейчас только получается завтра, я уже сакет сам сделать смогу. Или бы сегодня кого-нибудь кто-то возьму, очередь. Ты зря, наверное, дал сейчас. Ну, пол. Тебя дал Никита жерель, который он забрал? Да, дал он. Нет, мне еще одна нужна будет, и я могу сокет на скорость сделать. Два? У меня на ловкость уже сокет есть. Надо. Вы видели, еще какое ебало у него, блядь, у этого ледяного рёва? Чё это было? Я это понял. А на пути его стояли просто. Как бичи. Достаньте вы щиту орды, блядь. А чё, здесь тотемы так же, да, через тотемы он ебашит? Да, попал под... Все под дыханием просто. Бегите. Бегите, голубцы. Голубцы. Здесь долго вообще через чертеж отказываемся все. Потому что чертеж идет в ГБ, но потом, когда выйдет контент, нахуй я, блядь, разам будем, они будут там сидеть делать шмотки. Значит, мой паладин на этом. Он плечи эти охуенные. Бомба, говоря. Сранитовые мечломы, вот это прикольная тема, вообще лютая, да? Здорово, подпалим. Что? Надо будет скрафтить потом. Откуда просто, блядь, с помойки нахуй? Здорово, пацаны. Что у нас пачка три лока просто, ребят? Давай сюда, чертеж. Какой чертеж? Только спиздил. Не понимаю, о чем. Правильно, давай мне его. Запускайте босса пока что. Филука, три друида. Давай я тебе 5 на 100 в каменной крови дам. И ты отстанешь от меня. Чума в туалет быстренько забегает. Кто-то это так же, я сейчас скажу им.
А чё, у локов бесы есть у кого-то, блядь? О, нихуя, а чё, где бесы, кстати? Что, блядь, хп не хватает, а? Они увидели, они увидели большого демона и решили съебаться. Ты чё, шкуру снимите с этого пидора? Уже так кто, ёпты. Да я знаю. Хиль меня. Ну, бля, ты хиль меня. Ты чё, не пьяси? Ну, я ж себе зубы дал просто разлить на месте и прохилит, не боярь тебе. Пиздец. Один я себе хилил. Только не вайпанитесь, ёбаный свет. Так, давай, дабл два. Первый бусину уже надо кинуть, по после нет, это нормально, после начинается. Вот я нормально говорит, потомся. Бегал лошадь прохил. Че, где прохил? А где Инок по шаману? Хорош. Ты мне Инор, я тебе прохил, да? Палиться так. Сестра вышла. Забьете сегодня его, нет? Белая лошадь. А. О, шамана, мана нет, чтобы это разбивать. Дайте ей на шаману. Ну, уже плохо. А, ну да, блин. О, колечко, блядь. Неплохое, да, вот это колечко, охуенно. Ну, на рогу вообще бомба, честно говоря, было бы. Запустил. Отошли щиту альянс, орды. Смотрите, я дрыг, блядь. Дрыга дэнс, да? Бичи дэнс, блядь. А чё, может рыбу поставить и поедем? Как вам такое предложение? На, ставлю. Ну так, неплохое, ну. Давай въебем. Похуй, баф есть, все равно захуярим рыбу. Дайте лапку, пожалуйста, друзья. Спасибо. Шамана, это не было, да? Бафа, шаман, бич. Змята 4. Блять, теперь можно хвастаться. Что там за чепуха сейчас выйдет, давайте позырим. Дерева нету? Ебать. Ну, первое Алиса вы заваливаете, первый череп. Потом... Потом Волока. Второй будет у вас метка, вторая КС. Контролить получается... Вилана хил? Вилана, короче, звезда, кружок хилы, квадрат и треугольник милики.
Ну, типа, я рогу заберу, а вот за Шабада сами там дрочитесь. Давайте ему корни, вихри нахуй. И желательно еще звездочку, которая хилил, хилит по скопу. Звездочку пофиряет Малах, давай, квадратик. Пофиряйте, пусть, да? Квадратик пусть вихрюет там Мосси. Ну там вихрюет Мосси, Тиряки поможешь, если урон. Потом ты там еще остался. Жрец. Жреца то поконтролит. Давай, Даш, ты побихрюешь его. Все, полетели, давай. Короче, налево притяжку перешли. Дам, нахуй. Сами разбирайтесь. Налево ближе. Давайте не обопрёмся, пожалуйста. Болейся, туда заехали. Да, давай, Геру. Взорвали ее. От квадрата треугольника отбегайте. Это милики, дадут пизды вам. Бля, я по салам. Шаману нахуй по башке квалды дали. Мосси, Берни, Лука. Бля, меня кошка ебашит, блядь, будь здоров. Диспельте, Фир, чё за хуйня нахуй, присты? Я прохилить могу. Лока, пресси, Берни. А чё с шаманом, с маной? Шмана десятки как не было, ёба. Надо шамана это какого, диспел. Монтарва стоит хиль. Играйте в трусы, играйте в трусы, в рогов. Блять, я бы хила убил. Когда хила бьешь, косты сбиваются легко ему. А, шаман? А, вот, все нормально. Билану потом играете в печенье. А, печенька, это что? Ну, звездочку играйте, Билан. Дал сало. За полмаки по диванам. Потом Вантара. Что вы звезду не забиваете? Диспейте ход из нее, хули ее ход и хилят. Пиздец. Так вы хуй убьете. Косты обоим сбивайте, че вам, блин? Да, шаман наполовину промах. Пизда. Накрыл половину 80%. В этого брать Вантара. В Антару, не в Шабаду. Стой, Шабады зари. Шаболду. Да, вот тут понял, что кайти. О, уступите мне ее, наверное. Дайте мне на шипа нету второй тренинг. Хоть она и мусорит заебаная, но, блядь, все равно на первый рейд пойдет. Так ее вдвое апнули, господи, с тем, что было на речи. Подходите к воротам. Спасибо. А, спасибо, ебать, Даша собрала. Параша это тренинг, на своем уж хуйня. И топ хуйня полная с костой, ну хуйня.
да. По сути, это кондёр для бедных. Какой-то такой. Только без СПД, нахуй, скриптом. Для неудачников, типа, да? Да, кондёр для неудачников, честно. Хуйня. Это нормально, не смог замаять. Сами пеняйте на себя, нахуй. Не бейте лучше. Я говорю тебе, яки, блядь. Кстати, да, здесь, блядь, нахуй не агрятся, как хотят. Блядь, не постоять, да? Не покурить. У меня было 60, а потом резко 100, нахуй. Класс, он бэйр. Я рассчитывал, что я на 90 скину, блядь. Свет заряд. Ем темный. А чё, Данг, подойди поближе к Рейду, чтобы моя рехи еще прыгали. Сами приходи. Ближе ко мне встаньте. Вы хотите шарики взрывать? Скидывай агро, я хуй знает. Как, блядь, опять сдуло нахуй, чтоб... Ну, он у него в робе там в хуяре стоит. А, покажи, похуй, блядь. Ну, он думал, он ловкий, хал-халки, ушел. Черную звезду быстрее. Переключились. Сильнее, сильнее. Тихо. Тихо. Все, пацаны, шамала в карри его больше не видит, да увидишь, что только упало, я шамала и контакт. Ошибаешься. Это, конечно, хуй пол шамана пизда. Ну, шамана нет. Я сижу, подумал, бля, кинжал. Ебать, тот бы так физично всегда везде проходить, нахуй. Ты вообще, блядь, нажимал орехи на этом боссе? Да. Нихуя ты не нажимал, у тебя 9 тысяч нахилило такой, да? Ну, блядь. А я еще говорил, танк, чтобы поближе подошел, все. Нет. Просто, блядь, ты нажимал крыс. Я по себе меньше нажимал щит маны, что, блядь. Так 100 тысяч она нахилила, чё ты? Вон, эхо служителей, блядь. 100 тысяч. Так, пробуждение древнего же хилю, нет? Нет. А, эхо служителей, да? Ну. Ленька, нет ли чё там вообще под скилл? Два куска на шамана, это помойка бесполезная. Да, нет. Не, ну, блядь, на самом деле, хотя я сам ходил 2-4, 2-10, блядь. Хорош, хорош. Такое себе, нахуй. Лучше всего было перед пулом одеть 2-4 и кинуть в РДД зону орехи, блядь, и одеть 4-10. Типа они висели и нормально и хилили там что-то.
Там бобов нет, да еще что? Типа 3% урона режет. Да, да, вообще тема бомбы, я тоже прочитал. Да, 3% это самое здравое. У протопала еще. На танке. И у Приста. Ебать, вообще считай так, нахуй, без смерти. Приста 10% из урона режется. И упала... А, ну у нас же ДК. Это что, это 4? Нет, ну, талант, ебать. Ну, талант у шамана и у Приста, ну. Вдохновение, талант. 10% урона режется. Что, готовы? Развернули. Чисто за уешат там и миники, я думаю. Код за уешат. Код посвечить не умеешь. За похавать пацанам дейте. У нас из миликов-то. Дотки со звездопада упадут, точнее эти шары. Блять, поехал. А куда поехали? Дайте рыбы, ебаный стыд. Блять, жмешь нет на нахуй этой на готовности. Пуляйте, блять. Какого маны-то нету? Кого нету маны? Какая нахуй мана? Рыбы говорю, баб надо. Нужен, блядь, на, мы с терияки сдохли. Из бабки попьют себе. Че, может, заберете шаман? Хорошая будет тема была, не такое. А я вот не понял, когда этот, как у орехи лопаются, когда он плюс... Нет, просто каждые 32 секунды хилит. А, нихуя себе. Нет, попали. Ну-ну-ну, так это для божественной орехи, это ёбан получается. Ебать. Орехи, только их обновляй, блядь. Но. Моба-то убейте, блядь, алло. Второй уже появился. Бежит. Ну я жду стаки 3 секунды. Не похуй. Маба быстрее. И сферы бейте, бля, дайте, бля. Сферы, чтобы упали. Сферы-то бейте. Все, хорош. Где она? Мобов не давайте тоже давайте. Только не падайте, блядь. У, ебать, нахуй. Ноль сфер, так, для, ну, для справки чисто осталось. Честно. Они зарезались? Да. Нет. Одна была. О, одна есть. Сейчас будете изобретать что-то. Третье взрывание точно я признал, не переживем. Его не было. Жукали, башня. Да, да, да. Блять, куда бес? Бес у всех пропал ли тут у меня, блядь? Нет, пока. Это робот, нахуй. Да. Он как робот разговаривает. Я понял. Потому что у него, блядь, кто заедает, что, блядь, пропадает, и хуй пойми. Короче, я сейчас сдохну, давай хит. Волну исцеления там, блядь, у меня орехи на себя. Да,
Две сверху. Типа, как-то надо покатить на скоростях, нахуй, на котах, как хуй знает, ничего. Кого, Малага? Подбежите с ней подальше, еще сверху вышло. Блять, вот когда вот так они взрывают... Беги, малыш! Вот, стой, стой, не забегай, мы тебя похилим. Я зубы сдам еще, блять, раз... Пиздец. Почему сюда? Сейчас они все повзрываются, я думаю. А мало, у тебя есть скорость? Нет, да? Блять. Поднимите, блядь. Поднимите только до выкапывания. А! ДПС. Что сука. За хуйня? А почему он ускорился? Потому что они забежали. Быстрее забегите на лед все. Давай. Блять, разбэривайтесь. Да куда разбираться, давай. Я встану на толку на стрельче уже. Один БР еще. Стой, не БР, Шаман, у тебя есть стать, блядь? А, да, пиздец, вы гоните нахуй. Ну сука. Хуя вы без команды даете, ебать, что за манерой, блядь? Там, ну все, пизду падать. Шаман-то сидит, ждет, говорят, все, не бывает. Пойдите сюда, хер. Красавчик, ебачу. Кстати, идея нажимать Starfall в сфере вообще была божественная тоже, ебать. Настя, ты говоришь тоже. А можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Я сомневаюсь, по-моему. Бьете этих жуков. А, на, мне камни сейчас. Да, пацаны, нахрен его напрягает. Лучше бы в корни покидали, чтобы пацан камень насосал. Че, рыба есть? СС раздайте, там два БР в КД у нас, у Квина только БР, вот на нее СС обязательно, на Шамана, потому что... А, у Шамана вставал в КД. У Шамана есть, да, Шаман вставил. Желательно, чтобы все пиздить ГИСи начали. А то, блядь, так скучно, нахуй, два тела общаются, блядь, остальные, блядь, что без микрофона, что ли? Покупать Шаман, ты ее просто. Да все же заебались нахуй, я спать хочу, не могу. Давайте, блять, отчет или что, гулять? Гуляй. Не юзайте Starfall, я вас умоляю. Пейте сверху кто-нибудь, точно. Так же, как и на погибели, пацаны. Сверху разбейте кто-нибудь, точно, ебать, вы чё, блять, давайте я забью на, блять. Все, пару доток-то вешайте на хилера, чтобы, блядь, агрона после не набирать больше. И то он, блядь, приморозку дается, ебаный.
моба быстрее. Станем. Пацаны, не ломайте, просто в трех разных местах сломали и все. Да, китайцы сферы положили. Все, оставьте вон она, одна сфера, где раньше босс был, осталась. Ну, вообще не долгает. Там после того, как шипы кого-то убьют, они сразу ускоряются и шотвут весь рейд. То есть надо заранее находиться на лужах рядом. Когда челик любой бежит, вы должны уже находиться на... далеко от шипов и возле лужи, либо на луже. Не бейте, пацаны, лужу. Если шипы ускоряются, вот сейчас они ускорятся, и все, и пизда будет. Жука добивайте, оставляйте дотки. Он стакает за луку на мне, мне пиздец придет. Вот 9 секунд ждать сейчас. Пусть космополит заберет. Мишка там. Да не просто надо было создать. Да не просто, но он. Спал, где балл забирает. Буду не спал. Где он? Где он? Вот шипы идут сюда, вы сразу в противоположную сторону бежите. Беги, малышка, беги! Че там есть что? Давай, блядь. Че за? Дал не зыбку. Не зубов нет еще. Да. Я под незыбку. Тебя... Короче, зашел. Ну нахуй. Шаману Инер, можно? Шаман бросок. У тебя там есть? Да, да. Да. Сейчас босса подбегу, поставлю. Давай быстрее, я гимн зажал. 50% да, да. Должны переводить. Могу как-то залезть, пожалуйста. Первого залейте, потом до 30 босса переводите. По боссу сильнее. Сыграйте все в моба, пожалуйста, сейчас. Вот, сейчас все. Моба. Все моба стоите, точечно там все. Профи отдал. Давай, Гер. Войда на фул. А то пиздец будет. Блоки скиньте.
шаман просох. Дайте Инрова. Я не прощу, а Сидор на когда ебать? Еще второй гимн есть. Хорн, давай гимн. Тебе щит халифовый один из. О, бисовые плечи на хата. Это бисовые плечи, да, сейчас? Нет. Че, это Оню идем? Не-не-не, давайте. Не, спать нахуй идем, пизду. По факту Оня нахуй никому не нужна.